А, да, это вопрос для Кадриана Грозовой. Мои видео не отстой, у меня 10 подписчиков, и у меня есть редактор, и все, просто это снимала моя сестра. Она так ныла, что мне пришлось отправить ее видео, которое там не изменяется звук. Она просто на Галину на телефоне сняла, какой у нее там был, и я отправила. По первому взгляду ты видишь, что у меня голимые видео, но ты посмотри все мои видео и поймешь, почему у меня 10 подписчиков. А не каких-то там один. Ты, конечно же, тоже крутая, у тебя самые крутейшие видео, но не самые крутейшие, потому что не считаю Олеськи, но ты просто супер нявка. У Олеськи тоже круть. Я, конечно же, не видела, как Киры, я не видела, какие у нее видео, но видно по ее запискам, что она нявка. Ну ладно. Как говорят на суде, книги не как по обложке. О, и кстати, она спрашивала, почему у тебя раскрашенные пэты? Это моя сестра. Ей 5. А она запачкала все мои пэты. Я как могу их отстирываю, отстирываю. Так что теперь у меня больше, чем половина чистых. Короче. До свидос. До свидос. Нет, не до свидос, а смотрите мою серию. Что-то помню, что на меня упал метеорит. Типа вроде того. Непонятно. Мозг не разбит, по-видимому. Да, как иначе? А, погоди. Рэйчел. Блин, Рэйчел. У тебя есть пятерки? Не-а. Господи, прекратите! У меня сейчас ноги онемеют. Фу. Но ты ходишь. Нет, ты. 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 Нет, ты, 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 нет, ты. Нет, ну реально, ну ты, нет, 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 ты. Нет, ты, нет, ты, нет, ты. А, у меня иголка в ухе. Пойду обработаю спиртом. Милая, тебе это не помешает. Спасибо. Оу, О, господи! Так больно! О-о-о. Теперь нужно пройти всего лишь Маме на иголки. Я йогой не занималась, но придется это сделать. Пуги. Я здесь. Это легче делать под музыку. Окей, включай. Без проблем. Упала. О, как больно! О-о. Девчонка сбежала! Девчонка, не чевчонка. Ой-ой-ой. Есть идея. Ну вот, получили. Знаете, все вам расскажу в машине. Бумбокс неси.
это реально ненормально. Почему? Весили вывески, поймали грабителей. Чё это такое? Ты должна была мне помочь. Я помогаю тебе. Преступников всех словили, значит, она просто может сбежать. Я думала, ты только умеешь. Она сбежала! Это ура. Египтянка? Может сбежать, и как мы договаривались, если я ей помогу... Ау! Если я ей помогу... Ну хорошо, 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 получишь. Куда мне пойти домой? Обед. Что бы такое? За мной гнался бобер. Я наступила на иголки. Где ты был? За мной гнался бешеный бобер. Я наступала на иголки. Найджел, я все вам уже объяснила. Отстаньте. И прости, что не помог. Я искал тебя повсюду. Сая предвидела план. За Саи, ее зовут Марина. Прости, я смотрел фильм «Красотка». Очень классный, кстати, Тейлор Свифт. Пошли. Я больше так не могу. О, аккуратней, аккуратней! Мои шишки будет незаметно видно. О, да, и проколы. Извини, пожалуйста. Это в первый и последний раз тебя прощаю. Но больше я тебя простить не могу. Простите, босс, я не смог ее удержать. О чем ты только думал, извращенец? Я плачу тебе, а ты мне еще выговариваешь. Ничего, Глеб будет мой. А я вам даю эту тупую Рэйчел. Вы с ней дружите? Я делаю вид, что с ней дружу. Научись обманывать Рейк. Или никогда не встретишься с будущим. Как не встретиться? Это идиотка Рэйчел. Я буду с вами праздновать, королева. Эх, тополь, милый тополь, почему ты так падаешь рано? Школа, школа, школа. Мама мия.